Друзья, всем привет, это вторая часть, где я высказываю свое личное мнение о позициях наклеек на различных скинах. Это мнение может не совпадать с вашим, это мнение может не совпадать с общепринятым, поэтому я не прошу вас ориентироваться на него, я просто высказываю свое мнение. И давайте начнем в этот раз с Фамоса. На Фамосе у нас позиции топовые идут по порядку, то есть это топ-1, топ-2, топ-3, топ-4. Первые три позиции, в принципе, могут оцениваться одинаково. Далее у нас идет, получается, Галил. На Галиле наиболее хорошая позиция, лично по моему мнению, над магазином. Это топ-1 получается. Потом после нее идет топ-2. Далее у нас ближе к прицелу идет позиция топ-3. И, соответственно, на заднице у нас идет позиция топ-4. Но что касается Уга, на Уге я считаю позиции топ-1 по центру. То есть это вот эту. Далее у нас позиция топ-2 над магазином. Позиция топ-3 в самом начале. И в самом конце позиция наклейки топ-4. Потом у нас идет СГшка. На СГшке топ-1 позиция на прицеле. Потом топ-2 над магазином. Потом топ-3 по центру. И далее топ-4. На скауте, в принципе, невелика разница от того, на какой позиции наклеена наклейка. Но все же топ-1, лично по мнению, я считаю наклейку над магазином. Далее я приравниваю к топ-2 две наклейки. Это ближе к прицелу и следующую после магазина. И топ-4 ближе к заднице. На скаре топ-1 позиция является над магазином. Потом над этой наклейкой будет топ-2. Далее топ-3. И в самом конце у нас идет наклейка топ-4. А на пушке G3 SG1 топ-1 на прицеле, топ-2 под прицелом, то есть над ручкой, топ-3 перед дулом, ну и топ-4, топ-5 на прикладе. Ну а на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии, ну и ждите выхода третьей части в ближайшее время.